Нас не остановить! Ты словно дар самой Афродиты и о Мойры. У нее хороший вкус. Ты вгоняешь меня в краску. Я и не такое могу. Не знаю, о чем ты, но сражаться ты точно умеешь. Я хоть и жрица Афродиты, но укусить могу. Больно укусить. Нападать на жрицу – дерзкий шаг. Ты, видимо, того стоишь. Я Диона, обычная прислужница Афродиты. Это отребье из культа космоса не в первый раз на меня нападает. Культ? Расскажи все, что знаешь, быстро. Не здесь, в городе безопаснее. Проводишь? Пойдем. Когда доберемся, расскажешь мне все, что знаешь о культе. Здесь безопасно. Культ не станет нападать в стенах города. Хорошо. Расскажи мне о них. Сейчас? Дай хоть перевести дух. И как следует налюбоваться тобой. Хватит болтовни. Расскажи все, что знаешь о культе. Как пожелаешь. Мы давно следим за культом. В последнее время они осмелели. О, Мойры,
Из-за них моя сестра, Верховная Жрица, заперлась в своих покоях. Убить такое публичное лицо без участия верхушки культа невозможно. Мы имеем дело не с мелкими сошками. Сестра велела защитить Китеру от культа и узнать, кто стоит за ее бедами. Рисковать жизнью, пока она прячется? Смешно. Увы, ее жизнь для Китеры важнее моей. О, Мойра, Мистий! Одной мне Китеру не защитить. Ты должен помочь. Защитить Китеру? Это стоит денег. Воистину, Мистий. У культа есть планы на Грецию. Используя свои методы, я смогла узнать их суть. Думаю, эти сведения тебе пригодятся. Если они не удовлетворят тебя, я смогу. Меня интересуют только сведения о культе. И деньги. Много. Ты многое теряешь, Мистий. Деньги так деньги. Отлично. Что требуется сделать? Три простых задачи. Моему другу в порту нужна помощь. Навести его. Что еще? Сестра полагает, что в наших рядах есть предатель. Ей понадобится помощь. Найдешь ее в храме. И, наконец, мы, жрицы, предпочитаем отравленные клинки. Но разбойники ограбили наших травников и укрылись в микенских руинах. Если это не культ, то обычные воры. Найди фиалы с ядом. Они пригодятся в сражении с культом. Где мне найти твоего друга? Спроси смотрителя порта в таверне гавани Скандея. Он будет отвратительно пьян. Этот храм, где он? На дозоре Афродиты, на холме. Найдешь верховную жрицу в ее покоях. Как мне найти руины? Они к югу от города и к северу от гавани Скандея. Фиалы с ядом должны быть в сумке. Она, вероятно, будет в сундуке. Будь с ней очень осторожен. Сделаю, что смогу для тебя и Китеры. Спасибо, Мистий. Возможно, после мы сможем немного развлечься. Приоритеты, Диона. Увидимся. Хэре, тебе нужна помощь? Нужно повесить на дверь оливковый венок. Женщина, которой я помогала, родила сына. Это замечательно. И что, он здоров? А как его мать? С ними все хорошо, так что нужно кое-что сделать. Отец — командир. Нужно отправить ему сообщение, а еще зарезать коз в дар богам. Значит, нужно отнести это спартанскому командиру. Да, повредить нельзя. Я берусь. Что ж, тогда я спокойна. Да хранят тебя Мойры. Huh?
Это тебе от повитухи. Как раз то, что нужно. Возьми деньги. Найду укрытие. Ты сдохнешь! Да! 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 Да!
Что-то нужно? А ты ведь не любишь лысых? Что? Понимаю. Я тоже не люблю. И Гиппократ самый уродливый из них. Что с того? Зато он хороший человек. Не надо судить о людях по внешности. Плевать, какой он человек. Быть лысым плохо. Есть у меня средства, и это не травы. И что это? Вид этой лысой макушки натолкнул меня на мысль. Чем, по-твоему, можно заменить волосы? Мехом. Если убить всех медведей в округе, хватит на всех лысых в мире. Так мне выследить и убить всех медведей? Да, нужно перерезать их всех. Согласен? Я помогу. Даю слово. Спасибо, Мисти. Можешь предоставить это мне. Новое утро. Культисты в доме? Здесь что-то не так. Кто там еще? Нужно убить лучника. Здесь никого. Ну что ж. Оттуда!
Давай! На! Ты здесь. Удалось их убить? Они мертвы. Все до одного. Наша встреча – подарок богов. Прошу, прими это. Это моя работа. Thank you.
Поищу укрытие. Ты смотритель порта, верно? Я же сказал, что заплачу. Я от Дионы. Я здесь, чтобы помочь. Дионы? Так-так-так. А ты кто? Я помогаю ей. В обмен на сведения. Ложь! Признайся, тебе от нее нужны не только сведения. Скажи, что нужно сделать? А? Думаешь, у тебя лучше выйдет? Если честно, думаю, да. Что ж, хочешь выслужиться перед Дионой? Последнее время нам стали досаждать солдаты. Они держат на охраняемом складе наемников, судьба которых ей не безразлична. Их нужно спасти. Попробую, но ты должен заплатить. Ха! Если ты уцелеешь, я осыплю тебя золотом. Идет. Но у меня есть вопросы. Походит на измену. Зачем это Дионе? Мнительная верховная жрица велела брать под стражу всех подозрительных людей. Но эти наемники занимались своими делами. У наемников редко бывают свои дела. Ну, Диона хочет, чтобы они сражались за нее. Дай угадаю. Она доверяет лишь тем, кого можно купить. Именно. Ну и еще мне. У тебя к Дионе какие-то чувства? Мы возлюбленные. И именно я помогу ей расправиться с врагами. Я обещал ей это в обмен на... Зачем я тебе это говорю? Мне плевать, что ты думаешь о нас. Она просто использует тебя. Я ее любовь. Что ж, повторяй это почаще. Этих сведений хватит. Приготовь для меня деньги. Справишься, приходи, если выберешься из лагеря. Это он. Вот он где. Нашел. Надеюсь, меня никто не видит. Не хочу умирать здесь. Выпусти! Что? Я пойду? Выпусти меня, пока стража не вернулась. Меня хотят казнить, но я ни при чем. Спасибо. Я освободил узников в лагере. Их было трое. Ты уже всех спас? Да, трех. Во всей своей лысой красе. А ты полезнее, чем кажешься. Значит, справишься с еще одним заданием. С убийством. Слушаю. У врагов Дионы войска на атолле Китра. Оттуда они собираются совершать атаки на Китеру. Уничтожь этих подлых крыс. Я сотру врагов с лица этого острова.
Меня радует твой энтузиазм, но не стоит недооценивать их. Ха! Не стоит недооценивать меня. Довольно болтовни. Убей их капитана. Его люди будут в смятении. После этого перебей остальных. Займешься этим? Считаю, он уже мертв. Что еще расскажешь? Я поведал достаточно. Просто убей его. Где я могу найти капитана? Около затонувшего корабля на севере атолла Китра. Нам удалось уничтожить корабль, но мы так и не перебили команду. Он и его люди будут наготове. Как добраться до атолла Китра? Плыви на юг от южного края Китеры, увидишь обломки корабля. Расскажи, что ты знаешь о культе. Какой культ? Разве капитан не культист? Да хоть сам олимпиец, мне плевать! Диона говорит, он хочет отомстить за ее отказ. Очевидно, что мы с ней сможем быть вместе, только избавившись от него. А ты здесь не за тем же? Хочешь заполучить ее? Я здесь ради свержения культа. Жрица меня совсем не интересует. Хватит рассказывать мне про этот культ. Перед Дионой не устоит никто. И что за дурацкое название? Культ космоса. Тоже мне. Как скажешь. Я все выяснил. Закончишь, пришлем тебе мешок драхм. Прекрасно. Уйди, проваливай. И не смей даже близко подходить к Дионе. Или что? Или я... Просто уйди.
Вижу его. Что это такое? Эй, ты! А ну... Не культисты, скорее богатые наемники.
Давай. Эйла. Да! Убила!
Что все это значит? Приключение, риск, опасность и сокровища. Я люблю приключения. Те, у кого есть время и деньги, могут получить незабываемый опыт. Продолжай. Главное — скрытность, Мисти. Мы не можем рассказывать всем, где лежат сокровища. Но прежде у всего есть цена. Заплати, и получишь табличку со всеми сведениями. Вот, держи. Прекрасно. Это тебе. Табличка приведет тебя к несметным богатствам. Что? Просто скажи. Табличка все расскажет. Что это значит? Смотри на табличку и следуй указаниям. Я выполнил свой долг. Награда ждет у восточного берега Китеры, на острове Диаковти. Не везет? У меня есть решение. Дневной свет. Хорошо. Мы готовы отплывать! У приказов, капитан! Гребцы, медленнее!
Yeah.